Всем привет! Новая рубрика «Вопрос дня». Почему француженки такие худые? Как только вы оказываетесь во Франции, в нос бьет запах свежевыпеченных круассанов, а глаз замечает стройный силуэт местных жительниц – французский парадокс. Проведенные исследования цифрами доказали – француженки действительно легче других европеек. С напольных весов в затылок им дышат только ирландки. И при этом они еще недовольны. 6 из 10 заявляют о желании похудеть. Стройность местных объясняется прежде всего культурой питания, и зиждется она на двух священных основах – регулярность, завтрак, обед и ужин в одно и то же время, и отсутствие перекусов между. Никто не торопится. Смартфон на столе в приличном ресторане – моветон. Принято смаковать каждый кусочек. Не забудем и контроль за количеством. Никаких гигантских порций на американский манер. Спорта тоже не чураются. Среди фаворитов – бег, ходьба на длинные дистанции, велосипед, а зимой горные лыжи. Ну и чтобы нам не захотелось повеситься от зависти на собственной кухне, скажу, что эпидемия ожирения, охватившая все человечество в последние десятилетия, затронула и Францию. Сегодня четверо французов из 10 имеют лишний вес.